Нам не нужны миллиарды. В мире есть люди, которые их состояние составляет 50 миллионов долларов. А есть люди, которые их состояние 50 миллиардов долларов. Разница в тысячи раз. Но если вы смотрите их жизнь, их жизненный уклад, вы увидите, что они живут одинаково. Они живут в роскошном отеле, они живут отлично, отлично питаются, отлично лечатся, их дети учатся в отличных школах. Значит, нам не нужны миллиарды. У тебя может быть несколько миллиардов долларов, но все равно ты не сможешь поесть две торта, или ты не сможешь спать в двух кроватях. У тебя может быть 10 вилл, ты все равно будешь в одном вилле. У тебя может быть 100 машин, но ты не сможешь их водить одновременно. У тебя может быть 100 любовниц, но ты не сможешь быть с ними в отношениях 100 любовницами. Вот так, поэтому нам не нужны миллиарды. Будьте немного проще, не будьте алчными. Вот так. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Пока.